легенды, которые существуют столетиями, которые переживают много веков, это, наверное, не просто какие-то красивые, интересные, увлекательные истории, сочиненные когда-то, просто с такой целью развлекательной. В них есть нечто, что помогает нам на каком-то этапе нашей жизни что-то понять, что-то пережить. Они очень символичны, они содержат некие архетипы. И вот, в частности, тема короля Артура, момент извлечения меча из камня, это все тоже может произойти в любой момент с каждым. Это достижение какой-то цели, это нахождение себя, своего пути. Причем там немаловажен тот факт, что доставал он меч как бы не для себя, даже не думая, что я хочу стать королем, и сейчас я вытащу меч. Он думал о другом, то есть думая о ближнем, ты можешь что-то заслужить для себя. Вот получилась такая песня. Меч в камне. Кто этот мальчик, который так радостно смотрит на солнце? Кто этот мальчик в округе, навряд ли расскажут о нем. Он встречает рассвет в заповедных лесах и долинах. Он мечтает и ночью, и днем. Кто этот старик, что учит его поднимать мироздание? Кто этот старец, которому такая дорога на мальчику все сокровенные знания. Он знает, родился дорог. Меч ко мне ждет. Исполнение срока. Время идет. Иди дорогой. Смелое сердце отыщет свой путь, если бы для другого, но в этом и есть твой порог.